пока все идет, я в Питере прохожу, можно сказать, такой, сколько месяцев, не знаю, продлится, но краткий курс по Михаилу Чехову, театральное обучение. То есть у меня наставник свой есть. То есть насколько это можно сделать, потому что там все-таки 5 лет это обучает ему. Вот, я хочу это быстрее все сделать. Режиссер отстраивает мозаику все телеги. Далее происходит, что... Потом репетиции. Репетиции музыкальные, как «Король и Шут», как группа, которая играет, да? Репетиции актеров. И в конце концов, самое долгое, что будет, это постройка по декорации. Что, в принципе, самое дорогое и во что будет вложено очень много денег. В принципе. Ну вот. А за это время, до еще, то есть пока это все делается, к осени мы выпустим спецальбом. Еще раз, необычный альбом «Король и Шут». Он будет даже называться альбом «Театр Король и Шут». Не группы «Король и Шут», а «Театр Король и Шут». Главное, что происходит сейчас, альбом будет выходить специально. Почему? Потому что Андрей делает сольник. Одного важного персонажа не будет в этой группе. В общем, дело. Вот какая суть. Но альбом должен выйти для того же, хотя бы для определенной... Ну, чтобы к театру относились более теплее, что ли. Так? Словак, опять же, будут знать люди, поконкретнее не слушаться там, допустим. Все-таки это рок будет, на самом деле, шумновато будет, но с другой стороны, мы, конечно, я просто офигеваю, как драматурги на этом работают, мы так никогда с князем не работали, они будут работать над каждым произношением, то есть, чтобы люди слышали, то есть, там, вот эта С-буква, да, то есть, у него вообще дефективная, как бы, речь, на самом деле, ну, по многим причинам, на самом деле, ну, люди знают, почему. Это не мои зубы. Я пою, да, и если что-то, вот они сядут в зале, не будут понимать, что-то не понимается, они тут же переделают это, чтобы под мой ротовой аппарат, который, чтобы это выговорил четче и спел даже четче. Еще плюс до этого, чтобы еще вообще все было понятно, мы хотим выпустить еще этот альбом, с другой стороны. Но это будет альбом, естественно, альбом, музыкальный. Ну, немножко буду понимать, не по стилю, а как вот, даже скорее... винильную пластинку даже хочет сделать. Что-то типа, вот будет текст, его будет читать театральный актер. Даже, ну, я бы сказал, что-то типа Баталова, не знаю. И на протяжении всего будет идти музыка. И вот как раз в музыке-то все актеры сыграют роли. Но роли не те, которые будут в театре играть, а музыкантов. Мы привлечем рок-музыкантов к этому. Я не буду сейчас говорить именно кого. По деньгам я так понял, что туда вкладывать будут в одни декорации около 40 миллионов или 50. Это вот такая тема. Все готово, сейчас только ведется оттачивание. Все это. То есть, ну, понятное дело, все должно быть, ну, вбито так в голову, столько заучено, и каждое действие простейшее, не простейшее. Для меня будет специально придуманное действие, и оно должно быть до того отточено, действие убийства, понимаешь, этой бритвой. Как я должен сделать так, чтобы оно было четким, четко вырезано. Это не одна репетиция, понимаешь, чтобы она у меня... Проснулся, убил, я не проснулся, сделал, понимаешь, вот это движение.